Пошли. Хорошо, хорошо, молодцы, хорошо. Балдеешь и радуешься жизни, радуешься жизни, потому что жизнь прекрасна, особенно когда рядом хорошие собаки. Ох, горбатая дорожка, горбатая дорожка. Горбатая дорожка, очень ледяная, и поэтому немножечко тут страшновато ездить. Но мои собачки чудесные везут хорошо. Что ты там увидела, Аля? Что ты там увидела? Чудо собачки. Это чудо собачки. Это чудо собачки. Это чудо собачки. Вы чудо? Бур, ты, конечно, лентяй, но Аля чудо. Ну пойдемте, пойдемте, пошли, 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 потихонечку, потихонечку, без рывков, давай, опа. А, красота, красота, конечно, можно урыться легко, тут небольшой спуск, чуть-чуть, он небольшой, но он есть, и поэтому собакам совершенно легко идти. Даже они устали, по-моему. Я быстрее их даже еду. Ну что вы, что вы, что вы? Устали, да? Засранцы. Ну-ка сели быстренько. Сели, 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 отдохнули. Давай, сели, сели, Бур, сел. Аля, садись. Отдохни маленько. Отдохни, сидеть, 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 сидеть. Сейчас солнышко пригреет ледок. И будет просто здорово. Ну, засранцы, идите сюда. Идите, мои хорошие, сюда. Идите сюда. Вот вы, мои маленькие. Ну, представьтесь, кто, кого как зовут. Бур, как тебя звать? Ну вот, началось. Это променад каждый день происходит. Аля просто берет и снимает с него шкуру. Ей это нравится. Она считает, что это шутка такая. Но ему эти шутки что-то не совсем не нравятся. То, что он мужчина, ему не позволяет ее покусать. И вот, вот она вот так и делает постоянно. То лапы ему откусывают, то шею. Меня не тащите сюда. Идите сюда, сюда идите. Зачем ты его грызешь, Аля? Аля. Аля, перестань его грызть. Вот, 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 вот. Вот, какая тут может быть езда? Какой тут спорт, когда тут другие совершенно увлечения у них? Главное, она научилась рычать, как он. Говорят, хаски не рычат. Она рычит. И даже вчера на человека тяпнула. Короче, хорошего он ее не научит.
быдлячья кровь, примешанная к нему, бродяжья, правильно сказать, бродяжья кровь не дает ему быть породистым псом. А она учится этим плохим повадкам, то есть лаять на людей, рычать, драться. Ну, правда, слава богу, из-за жратвы она не повесится, а он из-за жратвы повеситься может просто-напросто.